Тут совершенно нет связи. Из еды у меня рис, полбулки хлеба. Единственное, есть хочу страшно. Яблочко маленькое нашел. И котелок не нужен. Ночь была почти бессонная. Выходить нельзя, если выйдешь. Филиологов как, если башка прошла. Сделал себе такое орудие. Иду сейчас на обмен. В лапе отшельников. Уже приходит в негодность. Тут уже бегает. А я добавок заработаю. В диких условиях буду жить. Ребята, доброе утро. Я нахожусь сейчас в Кабардинке. Ребята, все, снова покидаю я Кабардинку. Буду выходить на трассу. Яна меня накормила с утра. Я выспался. Душ, все в номере есть. Все, настроение отличное, боевое. Спасибо большое, Яна. Вышел я уже из Кабардинки. Иду по трассе. Сейчас вот еще одна трасса, самое главное. Ты не могли бы меня подвести на трассе? Я заходил в поля, где это виноград, сливы. Ну так надо, один без денег надо поддерживать фонд. Я как бы вот путешествую на Логане, поэтому. Въезжаем в город-курорт Геленджик. Вот вчера на этой горе я был, Геленджик. С виду кажется маленькая, а очень высокая. Подъемник 800 рублей стоит там. Довезли меня до Геленджика. Даже я из него уже вышел. Мужчина с Украины довез меня. Круто. Сейчас буду дальше голосовать. Тут развилка. Смотрите, какой вид. Охренеть. Ха-ха. Море какое синее прям. Блин. Геленджик красивый город, курортный. Ой-ой-ой, чуть не упал. Но денег надо. Сейчас голосовал не на той дороге. Сейчас бы уехал бы в другую сторону. Вот моя. Раз теперь по мне провести бы. У меня денег нет. Там денег нет. Просто, говорит, кайф такой. Если, говорит, надо, говорит, мы заплатим. Я говорю, да нет, не надо, конечно. Скажите, а где вот это? Мне сказали, река где-то тут Жане. И там эти домики, дольмены. Это Нарнева. Да? А там что такое, не знаете? Мне сказали, там можешь палатку поставить. Можно, да. Можно? Не выгонят. Ребята, вот довезли меня до реки Жане. Иду сейчас, поднимаюсь вверх. Сзади меня снова горы. Это у меня будет самое яркое путешествие из всех, которых были. Идти куда-то невероятно далеко, пешком. Никого нету. Это такой кайф. Можно так дойти. До Дальмена дойдешь, по деревянной лестнице вниз спустишься. Направо к речке. К речке. К речке. И по руслу реки пойдешь. И то же самое выйдешь. Встретился с мужчиной, пообщались. Он тут уже... 2 месяца живет. Вообще, говорит, вход платный, я сейчас захожу в самый центр. Палатку, говорит, ставь и все. Вот сейчас вот стал приглядываться к туристам, смотрю на них, вот они проезжают в автобусах, тут на джипах ездят галопом. Только доехали, я иду, они уже назад уехали. Галопом пробежали. А когда ты сам путешествуешь, ты можешь остановиться, поставить палатку, пожить. Один день, два, три, четыре, пять, неделю, месяц, хоть сколько, сколько нравится. Нету таких вот границ. Все свободно. Захотел? Еще остался. Не понравилось, надоело. Или стал, наоборот, привыкать. Уезжаешь. О, вот она речка. Протекает. Шел практически до водопада. Люди там купаются. Вот будет у меня водичка чистая. Я и пить буду. Ванная Геракла. Пирамида желаний. Освещенный родник даже есть. Вау! С родника буду пить воду. Крутяк. Живу. О, вот тут сейчас наберу водички в роднике. И загадаем желание. Все, теперь будет у меня тут водичка. В диких условиях буду жить. Все, ставлю палатку среди путешественников, отшельников. Осталось только крышу сделать. Этот водопад называется Геркулес. По утрам тут могу принимать ванны. Можно кильку сделать в томате. Все, палатку я поставил. Ушел. Не думаю, что бродяги обидят. Там что-то у меня возьмут. Надо скупнуться с дороги. Она ледяная. Купание запрещено, опасно для жизни, но не для бунтарей. Вперед! Эй, Тузик! Тузик! В общем, сейчас у меня такая задача. Тут совершенно нет связи, и
возможно, меня, конечно, потеряет. Я решил подняться на самую вершину горы, то, думаю, там будет связь. Кстати, я уже горы вот так безумно полюбил, когда в Геленджике поднимался. Самое главное, берите хорошую обувь и желательно трекинговые палки. Это стоило того. Охеренно. Связь тут, кстати, есть. Я это сделал. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Я свободен. Словно птица в небесах. Шел вроде бы по той же тропинке, а вышел вообще в другом месте. Тут вода шумит, а там у меня вода не шумела. И еще нашел тут штангу. Ребята, всем привет. Нахожусь я в горах, где река Жане. Ночь была почти бессонная. Я лег спать в шортах, в майке. Проснулся, стало очень холодно, надел кофту. Также я накрываюсь покрывалом. Опять просыпаюсь холодно. Снимаю кофту, одеваю еще наверх майки, футболку, кофту, носки. Взял это полотенце, тоже накрыл ноги. Еще ночью какой-то зверек приходил и приходил. И такое прилетает. Каждое утро я буду заниматься спортом. О, тут где-то костер надо будет сейчас разжечь. Сготовить надо. Из еды у меня рис, полбулки хлеба и один бич-пакет. Все разгорелось. Сейчас надо будет мне искать щепки еще подбрасывать. Нечем мне подвесить и поставил прям с края. Ну смотрю, уже почти закипает. Ну такой получился рис у меня вкусный. Осталось еще чай сделать. На костре он самый вкусный. Сейчас собрался в поход, набрал воды 1,5 литра. Сейчас подвяжу сумочку, будет у меня. А с собой еще возьму риса, ложка, ножик, хлеб и мыло. Майку потом постираю. Все, ребята, я отправился в путь. Пакет подвязал его, чтобы руки были свободные, мало ли. Иду я в кроссовках. Удивительная природа тут. Иду в дороге больше 2 часов. Вот такие вот они, дикие условия. Не могу не нарадоваться, все. Первый водопад на пути. Вода ледяная везде. Еще один мини-водопад. Поднялся на самую высоту. Там уже все, дороги нету. Решил сделать привал. Покушаю рис с хлебом. Буду возвращаться назад. Яблочко маленькое нашел. Ну вот так все, я вернулся в свой лагерь. Сейчас я иду на вышку. Тут есть интернет. И напишу, что я остаюсь жить. Чтобы меня никто не потерял и не начал меня искать. Единственное, есть хочу страшно. Тут практически ничего нет съедобного, чтобы можно было есть. Ни ягод, ни орехов, ничего нет. Потерял тропку, пошел по другой. Тяжко. Тут-то был ручей. Вот я иду по нему, высох. Вот и на телевышке. Поднялся, сейчас будет интернет. Ну все, ребята, иду я до своего домика. Вот он. Открыт он у меня. Опачки, ништяки. Мне еще майку мне подарили. Белую. Ну все, ребята, всем добра. Всем пока. Спокойной ночи. Разбил себе лагерь новый. Прямо у реки. Сушу обувь, которую вчера намочил. Тут сейчас буду делать себе еду. О, набрался немножко я опыта. И котелок не нужен. Очень удобно. Из камней построил такую пирамидку. Сейчас будет снова рис. Вот тут я принимаю ванны. Сегодня утром как поел, так больше не ел. А у меня же есть картошка. Вот ночью пособирал дрова, щепки. Буду сейчас делать картошечку в углях. Вкусно будет.
зажег у себя в палатке огонь. Ничего себе, как согрел. Аж тепло стало. А то холодно, спать не мог. Доброе утро, ребята. Я уже покушал. Час после еды у меня идет тренировка на моей поляне. Больше никого нету. Сейчас потренируюсь еще. Также предложили мне тут неподалеку работу, но на целый месяц. Я бы поработал бы неделю бы, две, чтобы потом дальше ехать. А если я устроюсь, то только на месяц. Поэтому я откажусь. Сейчас осталось побриться, попить чайку. В общем, мне нравятся такие условия. Я прям тут отдыхаю. О, чаек. Сейчас хожу часа полтора, покажу, где все туристы находится. Раздобылся немножко сахарку. Сладкая тоже охота. Термос хороший. Это не реклама. Но он начал сифонить. Проходит воздух и вода бывает капает. Вот видите, побежала даже. Тут в лесу, в горах хожу с ножом. Мало ли кто нападет. Тут-то можно ходить. Нет правил и законов. Милиции, скорой тут никого нету. Занялся я тут бегом. Всю поляну пробежал. Сейчас дойду до Яргорода. Выходить нельзя. Если выйдешь, за заходить будет платно 250 рублей. А я зашел сверху через тропки. Если, как? Если башка прошла, значит туловище пройдет. Ну да, по-любому. Нет, кости головы не деформируются. На колу растет мочало, на мочали лили. Начинаем все сначала со счастливой линии. Так же звезды до утра нам шептали ты и я. Мы друг друга повстречали навсегда. Заброшенные сады. Сделал себе такое орудие, чтобы добывать яблоки. Нарвал еще шиповника, боярышника. У меня будет чай. Ребята, не поверите. Пришел я со своей баклажа с едой, а тут мне поставили еду. Офигеть. О, это капуста. Ой, еще не заметил. Целый пакет хлеба. Решил еще компотика сделать. Нарезал яблок. Я нашел целую барбекюшку. Я решил тут хлеб попечь, чтобы вкуснее был на углях. Йо-ху-ху. Сейчас нашел кружку, ну это, естественно, не моя. Иду сейчас на обмен. Там я видел сланцы. Поменяю кружку на сланцы. Я хожу в кроссовках. Вот он, целый лагерь отшельников. Такой-то действует обмен. Кладем кружку, берем тапки. Теперь у меня и сланцы есть. Я как бы нахожусь на самой вершине этой реки Жене. Тут туристическая тропа, много туристов приезжает, тут святые места. Вот сейчас поставлю сланцы перед палаткой. Если что, кто-то подойдет, подумает, что там кто-то спит. Пока еще светло, сейчас заложу дрова. Сегодня будем йогой, медитацией заниматься с женщиной. Будем очищать карму, просветление, разожгем костер. Но это в другом месте. Кто знает, что это такое? Напишите в комментарии. По два, обычно по два орешка таких. По два зерна. Ну вот еще. Вот тут два. Вот он, здоровый чай. Утром буду пить. Боярышник, шиповник, яблоки. Сейчас хлеб еще подпеку на барбекю. Картошку нарезал. И хлеб, что вот мне дали. Божественный такой вкус. Хрустящий. Пахнет так обалденно. Палатка уже приходит в негодность. Уже какой день не могу закрыть. Открывается и все. И тут рвется.
казино. Хотите? Да. Давайте я себе отломлю немножко. Немного не надо. Остальное вам. В общем, я тут прожил 6 или 7 дней. Тут уже бегает. Кого-то встретил тут. Да ежики еще бегают тут. Нет, я к тому, что приплыли на остров, поработали, что-то сделали, заработали, дальше поплыли. Смотри, ну здесь поработаем, да? Да, дальше поплыли. Маленько, подожди, маленько бабок заработаем, да? Дальше поплыли. Есть у меня здесь дяденька, да? У меня здесь дохуя знакомых. Извиняюсь за выражение, да? Рыбников, яхта 80 метров. Вокруг все там с ним проплыли. Рыбников, это чего? Книги пишут здесь. А, ну и что? И что он тебе? Кто он тебе? Мы с ним вот так, Вась-Вась. А, да? Вась-Вась. Вокруг света мы уже проплыли с ним. Мне, поплывем. Кстати, понравились. Плывем вокруг света. Кто-то поет. Тут ко мне идет. Саша напился, пьяный-пьяный. Да. Еле его довела до домика. Он вот так идет, шатается весь. А там какие-то ребята молодые, там, где этот родничок, там свет горит, они там песни поют, ну и я запела. Привет, куда едешь? Здорово, а ты куда едешь? Как тебя зовут? Рома. Рома, я тоже Рома, да. Здорово. Не знаю, наверное, в Туапсе. Ты в Туапсе едешь? А мне в Джубгу надо. Может, заступим машину? Давай. Краснодар, давай подбросите нас. Реально останавливались там, это ребята торговали персиками. Мы проехали, мы в Джубгу, да? Посадок, высадок, чем езды, елки. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Русские люди все применяют. А у нас лето в самом разгаре. Яна в WhatsApp пишет, она приехала в Джубгу. Иду ее встречать. В общем, жизнь тут проходит замечательно. Сейчас Рома покажет мочалку, как сделать в диких условиях. Видите, вроде небольшой дождь, а уже у меня тут все плавает.